посмотрим, какие события и публикации могут повлиять на валютные рынки в среду 11 октября. Вы смотрите свежий выпуск экономического календаря. Первыми в 2 часа выйдут данные о количестве открытых вакансий и обороте рабочей силы США за август. На протяжении последних 2 месяцев количество открытых вакансий превышало 6 миллионов. В частности, данные за июль стали рекордными. Федеральный резерв опубликует ожидаемые протоколы своего сентябрьского заседания в 6 часов. Как и ожидалось, Центробанк огласил планы по сокращению портфеля облигаций в ходе этой встречи. В 9:45 будут представлены данные индекса цен на продовольственные товары в Новой Зеландии за сентябрь. В августе индекс восстановился, сбалансировав июльское сокращение на 0,2%. В 11:01 выйдут данные индекса цен на недвижимость в Англии за сентябрь от Королевского общества оценщиков. В августе индекс немного повысился, но результаты были смешанными. В частности, слабые данные Лондона были сбалансированы за счет роста показателей регионов. В полночь выйдут данные об ожиданиях по поводу потребительской инфляции в Австралии за октябрь. Ожидаемый годовой уровень инфляции понижается уже на протяжении 2 месяцев, а в июле он достиг 3-летнего максимума. В 12:30 после полуночи будут представлены данные об объемах ипотечного кредитования в Австралии за август. Объемы кредитования увеличиваются на протяжении 3 месяцев, а ранее они сокращались также на протяжении 3 месяцев. И последними в 4:30 выйдут данные индекса сферы услуг Японии за август. В июле индекс снова начал расти, но этого было недостаточно для того, чтобы сбалансировать июньское сокращение на 0,2%. С вами была Джессика Уокер. Вы смотрели экономический календарь на среду. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях четверга. Всего доброго!